хочу сказать. Значит, смотрите. За пристани, за дорожным полотном станции имени Руднева сделали самопроизвольную вот такую свалку, куда привозят, вот буквально ее в обед не было, вот такой вот мусор, листву, там ее поджигают. Вот он, снимаю ближе. Кировский район, это станция имени Руднева. Вот такая вот, такие вот опилки. Вот это все тлеет. Страшная аллергия у жителей близлежащих домов. Представляете, как страдают астматики. Это уже сделали котлованом, это уже регулярно все поджигается. Это вот тлеет. Вот привезли новую кучу мусора. Сейчас это сгребут, и опять это все будет тлеть. Пожалуйста, помогите нам, потому что мы задыхаемся. Никитина 119, близлежащие квартала. Это просто нереально. Помогите, это не санкционированная свалка. Это просто, ну это вообще...